Хотелось бы показать игру. Вот я на Нюксе, вот он 1.9.1.1. Достаточно успешно проведенный. Вот у меня стики. Вот я поменял все стики на троечку, танго на четверку. На мид, само собой. Само собой на мид. Сразу же на руну вот пошел и слежу, как бы, чтоб никто не вышел, да? Вот тут. Чтоб никто не вышел, не напал. Вот видите, и тут Shadow Shaman бежит. Непонятно, что он хотел. Вот тут двое уже подбегают. Я пока в быстрой перемотке поставил. Пока не интересно. Ну тут я стан вкачал. Вообще надо выжиг маны качать. Но я вкачал стан, чтобы убить этого челика. Вообще надо выжиг маны всегда качать. Первым. Челик не успел до этого, до хилки добежать, до шрайна. К сожалению, снайперу, а не мне. ФБ досталось, ну да ладно. Вот теперь я на единичку поставил. Да, надо, конечно, выжиг маны, но это ладно. Это ладно. Ботл сначала купим. Ну вот видим, Shadow Shaman только бежит. На миду никого нет. Ну, у меня всегда ЛСы попадаются, что со мной, что в вражеских командах, да. В большинстве своем ЛС, так что тут ничего удивительного нет. Но Нюкс он вообще любым, я как бы не профессионал, да, там мне какой-нибудь не продал, ты само собой, но Нюкс он вообще любым, как бы против любого врага стоит. Видите, ману уже выжигаю сразу. То есть Нюкс он вообще против кого угодно стоит. Против силовиков, правда, похуже, но против Пуджа вот, наверное, вообще невозможно стоять. Очень сложно на самом деле. Возможно, против любого, но вот против Пуджа сложно. На самом деле, даже если давать там карапасы подвонял куда, то есть все равно вот против Пуджа очень сложно. А так вообще, особенно против финтовиков, заебись стоит, просто ману выжигаешь. Вот так, видите. И все. Тем более, если у врага там дорогие заклинания, как у Тинкера, да. Он пока травела не купит, ты ему ману выжигаешь, и все. Я сразу вкачал все, все три скилла свои. Конечно, стики это такое, можно было, наверное, их и не покупать. Вот уже у меня ботл есть. Ботл ко мне летит в куре. Только куру, к сожалению, кто-то другой заюзал в этот момент. Ну да ладно. Реген хороший, 4 единицы, да, врожденный. И сразу догон. Я раньше собирал арканы первыми, да, но я решил потом догон собирать, потому что догон даст ману, да, и сам по себе, то есть с арканами можно и подождать, но зато догон даст миллиард урона, если собрать его какой-нибудь там к восьмой хотя бы минуте, да, то очень хорошо догон зайдет. Все, ботлу есть, цирклет. Можно было, конечно, магик стик, например, не покупать, а купить цирклет. Видите, варты? Вот я об этом не знал, то, что тут вард стоит. Видите, обсервер. Я вот об этом не знал. Потому что у меня, ну, сентри я не ставил, ничего такого. Тут я не знал об этом. Ну, хотя обсервер тут особо он. Видите, я дал СС в этот момент. Реально, опять я ускорю. Действительно, на фрифарме стою. Никого нет. Ну вот, опять он пришел. Я, в принципе, стою. Могу карапас, если что, прожать. То есть, мне, в принципе, один из самых лучших мидеров. Сейчас пойду рунку возьму. Один из самых лучших мидеров, да? То есть, Тинкер и Нюкс. Но Нюкс, при том, очень хорошо против Тинкера стоит. То есть... Вообще вот два самых мощных просто Тинкер и Нюкс. Вообще вот два самых мощных просто Тинкер и Нюкс. Ну тут меня что-то попытались что-то сделать. Ну конечно, меня тут не убить. Непонятно, что он хотел от меня. Станга с ботлом. Я быстро отхилился. Видите, вот, у него уже маны нет. 4 единицы маны уже у Shadow Shaman. То есть отлично.
никакого урона с руки, то есть чистый прокаст, да, то есть и чисто вот ходить по карте и убивать. То есть Nuke's Assassin, да, вот видите, опять рунка по таймингу. Даже старая руна еще не кончилась, ДД. Вот, то есть, никакого там пуша, там, снос вышек или что-то. Да, вот чисто ходить и убивать. То есть для этого вот персонаж создан. У него даже имя такое, Nuke's Assassin, да. Алхимик, вон в лесу сдох от нейтральных крипов четко, да. Алхимик у них 10к тоже. Сдох от нейтралов, Shadow Shaman. На базу пошел хилиться, варды купил. Видите, я гангать пошел на топ. Когда врагов не было на миду, было пусто. Shadow Shaman прилетел на низ, а я пошел на топ гангать. Видите, Vendetta, как раз руна регена есть. Можно заобузить. Дума. Хреново вот эта задувка по мне. Ну, с концом стана попал. Выжег маны чуть-чуть, крапелюшечку. Ну, конечно, он догорел там. И сейчас я дума заберу. Вот, сука. Ботл заобузил тоже. Ну, хорошо, хоть я сам не сдох. Ни Траксу, ни дума не забрали. Тут алхимик пришел. Алхимик в этот момент пришел на мид. Алхимик додумался, то что он мидер. Уже у меня нулик есть. Нул талисман. Да, я вот раньше арканы первым покупал, потом пришел к выводу, что нет, надо вот сначала догон. Сначала нужен догон. Против алхимика сложнее, вообще против не интовиков сложнее стоять, нюксу, но тоже без разницы на самом деле. Тоже ману можно ему повыжигать, алхимику. Нормально. Видите, можно карапасы под его кьюшку заюзать. Изи. Ты покидаешь эту жизнь, говорит нюксу. У меня 1-0-1 пока в этот момент. На самом деле, я еще на проиграх видел, пикают как хардлайнера, да, Нюкса. Вот мне это не очень нравится. Ну, можно на самом деле, но как бы мид предпочтительнее, да. Потому что реально ты против любого интовика можешь хорошо стоять. Да, то есть ну, на миду эффективнее же будет, как мне кажется. Ну, снайпер тут что-то пришел на мид. Непонятно, что тут снайпер забыл. Он потом еще ругаться, типа, будет, хули он тут один остался. Я хилюсь пока. Обужу ботл. Чё-то стою. А почему я стою? Непонятно, чё я тут стоял. Отходил, наверное. Видите, я тут жду, чтобы топ гангануть. Опять у меня Vendetta есть. Я жду, чтобы выйти из сумрака. Но тут хер кого убьешь, конечно. Ну хотя вот... Тут на самом деле никого бы, наверное, не убили. Да, вот видите и... Видите, просто я дождался выгодного момента. Тракса вообще это корм. Вот такие, блядь, помолчи. Вот такие персонажи, как Тракса, да, это чисто корм для меня на самом деле. А ну-ка, как думаете, я выживу тут, нет? Прикиньте, выжил. Нормально, да? Да ладно. Так, сейчас я быстренько звук поубавлю, что-то она, девочка, громко говорит. Голос, что ли, речь юнитов. Вот так. Так, где там я? Вот, я пошел на мид, что-то меня тут пушат, я же не могу по вышкам дамажить, правильно? У меня урона с ручки не особо много. Вышки сносить я не могу. Вот уже у меня чуть-чуть остается до догона, 300 голды. Могу только убивать Nuke's, это чисто убийца, вот как у него в нике написано, да? Видите, уже у меня серия убийств.
Уже у меня три... Сколько? 3-0? Один. Алхимик что-то тут забродил. Тоже убили. Но не я. Вот уже сейчас догон будет на 10-й минуте, видите. А потом уже арканы собирать. Арканы быстро будут. Так, ускорим чуть-чуть. Все, у меня уже рецепт на догон есть. Сейчас прилетит догон. С мида пока не уходим. Враги уже втроем пришли, видите. Станчик по двоим, нормально. Все, догон на 10-й минуте. Можно идти убивать. Видите, отлично. Ману тоже выжечь. Стан дать в четверых очень хорошо. Люксом. Под эту, под спрей алхимика дать карапас. Видите, я тут бегаю. Тоже сносим. Долбоёб Дум прилетел. Хорошо, Дума убили, а так бы я сгорел, наверное. Хотя у меня большой реген. Видите, я арканы уже сразу собираю. Сразу арканы. У меня счет как? У меня счет уже 5-0-3. Арканы собрать и потом линзу. И у меня очень большой реген будет. Что-то я в чат там пишу. Кто-то сомневался в мидере в лице меня. Опыта в минуту. Ну, давайте посмотрим. У меня больше всего опыта в минуту, но это за счет убийств. Текущее золото, конечно, у Алхима. Ну, само собой, это герой такой. Чё за фэнтези очки, лол? У меня, кстати, третье место по фэнтези очкам не... Оп! Оп-оп-оп! Сори, кого я убил? Кого я сейчас убил? Я убил Shadow Shaman. Ща. Вернуться на секунду. Так. Так. Кого я там убил, извините. Так, сейчас я на базу. Я забываю боту лабузить, когда я на базе. Это, конечно, хреново. Лечу я на мид. Видите? Охрененно, когда одна цель какая-нибудь отделилась, видите? Очень легко. Вот тоже вот эту траксу можно убить сейчас. Вот, когда вот такая цель отходит от своих, от танков. Очень хорошо можно. Конечно, у какого-нибудь акса ману особо не получится выжечь. Сейчас можно пойти Energy Booster купить. Видите, вард стоит до сих пор вражеский. Ну, от него особо смысла никакого. Общая ценность у меня, конечно. Все, есть уже Energy Booster. Скоро будут... Вот, все, уже есть арканы. Потом купить линзу. Вот видите. Арканы разобрать и линзу купить. И нормально будет. Счет у меня 6-0-5 в этот момент. 6-0-5. Непонятно пока вот в такие моменты, куда идти. Акса я бы навряд ли забрал. Меня тут видно. Под вадом хожу. Я вот этого не знал, кстати. Этого я не знал. Но руна ДД есть, то есть можно в анвиз войти, кого-нибудь убить. Враги по лесу ходят, но... Так, туман. Я за силы света играл, так что давай вот так. Чтоб вы видели тоже, кого я видел. А не видел я тут никого на карте. Все, есть... Есть уже арканы.
Ну видите, я тут как долбоёб сыграл. Я в ульт вошел и дал стан из ульта. Ну ясно, что меня тут втроем запиздили. В серии 6 убийств, ну. Само собой. Так, постойте. Где я-то? Никсос-ассасин, вот. Ну, полетел тут отпушивать. Сдох один раз, но это нормально. Хоть втроем меня убили. Только втроем мы смогли. Вообще линза очень хорошо идет. Лишний реген не помешает к моим четырем регена. Есть виндетта, все есть. Комментарии Цемки прям к месту. Прям мой любимый комментатор, вот этот Цемк. Видите, Shadow Shaman пришел. Вот это прям мои клиенты. Shadow Shaman, видите, и Тракса. Просто по КД их можно убивать. Опять я умер. Вот я воскрес. Видите, я пешочком пошел, не стал даже телепортиться. Видите, я уже просел. У Веника уже 6800, а у меня 6300 только. Прокачка у меня... Вот у меня прокачка. Плюс 5% к урону. Ну, короче, на прокастера. Видите, я линзу собрал из аркан. И теперь сразу Эзерал. Видите, опять Иванвиз вошел, опять охотник вышел на охоту. Ну, конечно, этого акса я не заберу. Но могу стан дать в его агр. Давайте я обратно на единичку поставлю. Заагрил меня. С догончика добил его и нормально. Надо будет, кстати, потом ПТ купить и перевести его на эту, на манку. Счет у меня 8-2 в этот момент. Shadow Shaman что-то бегает там с инвизом. Я мимо пробежал охрененно. Я, походу, вообще отвлекся, ебать, в этот момент. Опять у меня есть виндетта, ой, рунка есть. Можно пойти пока поотпушивать. Вот я иллюзии отправил на отпуш, сам пошел на охоту. Вот видите, поймал, дума убил. Ну, легко там с раскаста. Топ пушат, я туда полетел. Не люблю, когда мне пушат вышки. Опять же убил. Опять серия убийств. У меня 10-2 счет. Да, то есть я слышал, что типа Тинкер... Ой, этот Нюкс, это плохой мидер. Даже мне некоторые говорили. Но при том, это на самом деле охрененный мид. Мидер, то есть у меня не каждую игру, конечно же, 10-2 счет, но я не помню, чтоб я мид проигрывал на Нюксе, если конечно команда не затупит. Золото у меня уже до хрена, но я, соответственно, на Eagle Song
копил. Оп, выход. А ну-ка выжечь, отлично, превосходство. Отлично. Да твою мать, какая неудобная тут а камера. Карапасы дать можно под выжиг, отлично. Насколько у меня там стан? 2,4 секунды у полностью прокачанных карапасов. Ну неплохо. Изи. Добить за алхимиком то, что алхимик не добил. Ну вот уже почти иглсонка есть. Изи мид. Изи мид. Все, лайк я уже игре поставил еще перед этим. Так, секунду. Все нормально, я проверял ОБС, как работает. Вот тоже хорошо, стану вагр, чтобы поменьше дрался. Догон у меня только первый пока. Но зато у меня есть линза, так что... Алхимик тут что-то забродил. Тоже убили. Вот уже и нет у меня маны. Рунка, рунка. Сразу же файт, собственно говоря, вернулся. Вышка тут стоит еще вторая на миду. Вообще неизвестно, конечно, как бы игра повернулась, если бы я против алхимика стоял, а не против саппорта этого шадоу-шамана. Ну. Опять Дум, конечно, на меня. Дум повесил на меня Дум и убежал. Умно. Что меня бесит, то что даже телепортиться нельзя. То есть даже на базу нельзя улететь когда-то в Думе. Это, конечно, хреново. Это хреново. Я не знаю, я вот так вот с комментариями как бы запись делаю. Может быть, я, не знаю, в прямом эфире, так сказать, сниму игру какую-нибудь. Просто я еще ни разу под эти видео не выкладывал. Только одно, где я доту обосрал. Она мне не понравилась когда-то давно, вот. Ну, тоже кьюшкой уже можно фармить четвертый. Неплохо. Да и догончиком можно фармить, да. Вот так в стак дать, и нормально. Ну, вот тут у меня крип состилил. Но это ладно. Уже почти есть Эзерл, 26 минут. У меня счет 12-2. Руну по таймингу подобрать. Все, Эзерл уже летит. В этот момент на миду дерутся, а я фармил. Ну, нормально, без меня разобрались. Кто тут у нас? Шадоу Шаман опять загулял. Во, а я Траксу поймал. Правда, станом промазал, но убил догоном. Отлично. С руки добил, кстати, но я Куру проебал в этот момент. Мне доставили Azure Blade, но Куру я проебал. Этот Шадоу Шаман убил, получается. Это, конечно, хреново. Ну да ладно. Главное, что на 27-й минуте уже из догона зерл линза. Теперь надо вот догонапать. Потом уже можно аганим купить, еще что-то. Аганим такой себе. В принципе, неплохо иногда может зайти.
Но если тебе сразу дохуя урона нанесут перманентно, да, то даже реген от Аганима не поможет. Но зато ты с Аганимом можешь не ходить на базу, да, то есть закопаться просто отрегениться на халяву. Опять я вышел на охоту. В инвизе тут кто? Вот, Рокса в инвизе. Тупо почти ваншотнул с ульты. Я видел еще, как с руки собирались, да, ну на урон с руки, но мне это вот не особо понравилось. Раскастер он должен быть раскастером. О, можно вот так даже камеру поднять. Вышечку тут бьем, я пока перемотаю быстренько. Видите, я ПТ теперь собираю. ПТ на ману поставите нормально. Выход. Враг на нас вышел. Странный я какой-то Эзерал дал. Застанил нормально. Ну, конечно, меня так просто не убьешь. Я ТПшнулся. Я решил уже арканы не собирать, и лучше уж ПТ на ману просто перевести на интеллект. Жирновато будет как-то с линкой еще и эту собирать арканы. Божественно, да? Да, действительно. Хотя снайпер там разобрался. Враг тут какой-то бегает. Ну, пушить в таких моментах тупо пушить надо. Все там без меня разбираются уже, в принципе. Ну, я согласен. То есть, эта игра, на самом деле, была легкая очень. Там враги, в принципе, ЛСы были, да? То есть, тут нечем особо хвастаться победой. Но зато у меня счет 16-2. То есть, да, тем не менее. Это самый лучший счет из всех. То есть, да, я согласен, на вражеской команде ЛС, но тем не менее, отыграл я хорошо. Так или иначе. Опять нам не дум на полчаса. Бесит вот этот скилл. На самом деле, думский. Пиздец, на самом деле, вот это вот сало, насколько оно там дается. У дума. 16 секунд длительность со скипетром у дума. Меня Акс убил, тут разрубил. Ну видите, их тут много было. Но все-таки минус 5 сделали. Снайпер под конец прибежал. Счет у меня 17-й. Ну все выкупились. Ну, почти все. Кто там? Undying и Viper наши выкупились, но я решил не выкупаться, нахуй надо. Снайпер просто пушил. Жаль, что снайпер без этого, без дезолятора был. Вот так чуть перемотать. Опять тут Тракса воскресилась, правда, смысла никакого. Вайпер со снайпером пушит. Опять тут враги начали выход, но выход не удался этот. Отбились хорошо. Я сразу виндету и пошел. У меня 1840 хп, уже 1,5 маны. 16 брони, вот тоже неплохо. Спалили меня. Спалили меня под вышкой. Дум повесили. Пиздец, я тут... Оп, выжил. Еще и выжил. Охренеть. Достаточно живучий я такой, да? 14 регена.
пробить не могут. Даже бомба этого алхимика застанила, но не пробила. Хорошо, что я стан свой дал Карапасу под его стан. А то мог сдохнуть. Тоже вот реакция нужна. Где я-то, блядь? Вот, мы тут со снайпером пушим. Я не люблю долгих игр. Люблю пушить. Ну вот, видите, у меня уже догон третий в этот момент, уже четвертый есть в куре. Опять же, я тут... Опять же, убиваю тут. 18-3 у меня счет. Летит ко мне догон пятый. Ну и все, изи, собственно говоря. Изи мид. Ну вот как-то так. Нюкс, мидер, да, то есть один из лучших по праву. Как я думаю, я уверен. Ну это ладно. Как-то так.